Раз. Так, отлично. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Андрей Байдужий. Я директор компании «Мирекламы». Но здесь, наверное, немножко в другом качестве приглашен, как CEO одной из DSP-платформ, как SMM-менеджер канала про наружную рекламу, который, надеюсь, вы все читаете. Спасибо тем, кто пришел, потому что слушать 6 часов про наружную рекламу не самое легкое занятие. Будем считать, что те, кто здесь находится, это самые сливки рекламного общества. С другой стороны, есть там у нас за стенкой сессия, посвященная креативу, творчеству, нейросетям. Это всегда интересно, а здесь сухие цифры. Но, с другой стороны, здесь про деньги тоже всегда интересно. Еще одно спасибо нужно сказать компании «РУС», потому что так получилось. Вот я, например, я в пятницу делал доклад про наружку на другой конференции, которая посвящена недвижимости. Да? Казалось бы, недвижимость – крупнейшая категория в наружной рекламе по объемам затрат в прошлом году. В этом, кстати, году она не будет крупнейшей, да? К сожалению, будет, скорее всего, интернет-сервисы, но неважно. В прошлом году вот эти люди инвестировали в наружку, только в сетевую наружку в городах измерения Admetrix'а, почти 12 миллиардов. Казалось бы, ну да, доля наружки в бюджетах 65%. Казалось бы, уровень знания о нашем сегменте, о нашем канале должен быть очень высокий. Но вот, к сожалению, вот к моему удивлению, не тут-то было. Не такое высокое знание о наших возможностях, о том, какие изменения произошли в отрасли за последние 2-3 года. Вы знаете, мы за последние 2-3 года сделали просто колоссальный рывок вперед. Вот, поэтому такие мероприятия, как сегодня, конечно, очень важны. Их значение нельзя переоценить. Ну, в общем-то, они повышают знания клиентов о нашей индустрии. Что касается темы презентации, то нужно сказать, что, в принципе, у наружки 4 драйвера. Консолидация, диджитализация, повышение прозрачности и улучшение качества медиаизмерений. И четвертый драйвер – программатик. Вот именно благодаря этим четырем драйверам наружка растет во всем мире, да? Не только в России. Она растет на падающих рынках, она растет на стагнирующих рынках, а на растущих рынках, вот как у нас сейчас происходит, она вообще демонстрирует невиданные доселе двузначные темпы роста. Вот если говорить про эти драйверы, то в принципе, с первыми тремя все более-менее понятно. Консолидация будет продолжаться всегда. Но не всегда, а в ближайшей перспективе она точно будет происходить. Какие бы там копья ни ломались. Кстати, сегодня там идет второе обсуждение вот этого закона во втором чтении. Какие бы копья ни ломались вокруг этих всех законодательных дел, вопрос только в ее темпах и форме. Да, она идет во всем мире. И здесь, к сожалению, для кого-то, к счастью, ее, в общем-то, нельзя остановить. С точки зрения диджитализации тоже все понятно. Еще в 2019 году степень проникновения цифровой наружной рекламы в России была такая же, как в США. Там в районе 30% с небольшим процентом. Сейчас, за 4 года, мы обогнали крупнейший рынок планеты по степени проникновения цифры в 1,5 раза. И что самое интересное, не видно никаких признаков затухания этого процесса. Да? То есть каждый год доля цифры цифровой наружки стабильно прибавляет там, 7-9%. И Борис сегодня повторно цифру, свой прогноз Борис Пашняк озвучил, да, он его озвучивал на НРФ осенью, тогда это вызвало некий скепсис у меня, личное удивление, там доля цифры к концу года 68%. Да? Но глядя на то, какими темпами идет оцифровка, начинает казаться, что да, действительно реально. И если так произойдет, то в принципе мы и так вообще впереди планеты всей по этому показателю, да, одни из лидеров, а
мы опередим Англию. Я только за один рынок знаю крупный, где мы, в котором мы еще не догоним, это Австралия, где уже три четверти на русский оцифровано. Но в любом случае мы одни из мировых лидеров в этом смысле. С точки зрения прозрачности медиаизмерений все примерно то же самое. Да? Тут мы сегодня много про это говорилось, и мы уникальный рынок, где вот больше нигде нет инструмента онлайн-мониторинга, когда в режиме практически реального времени ты можешь контролировать выход своей рекламы, получать отчеты. У нас география медиаизмерений серьезно расширяется, у нас подключаются новые операторы. Рим стал мерить свой, ну, стал платить от метрик за измерение своего инвентаря. К онлайн-мониторингу дизайн-мастер подключился. Сроки поставки данных сильно сокращаются. То есть, может быть, со стороны это не так заметно, как бы, но прогресс тоже, он огромный. А вот с программатик все не так ясно. С одной стороны, тема очень горячая. То есть много разговоров, много обсуждений, много хайпа. И ясно, что нужно куда-то бежать. Вот многим клиентам уже понятно, что чтобы не опоздать, нужно куда-то бежать. Но куда бежать, вот четкого, ясного представления нет. Поэтому, к сожалению, многие клиенты начинают бежать не туда, получать негативный опыт, набивать шишки, терять деньги и, в общем, разочаровываться в этом инструменте. Хотя все у нас, по большому счету, не так все сложно. Вот, и цель этой нашей сегодняшней панели дать некое представление об этом инструменте и уберечь вас, ваших клиентов от каких-то ошибок. Ну, в общем, надеюсь, что будет полезно и интересно. Вот, на этом, пожалуй, с вступлением все. Наверное, по стечению обстоятельств моя презентация первая, да? А, кстати, ее уже вывели. Выражение «выхожу я первым на панели» немножко двусмысленное. Тема презентации «Программатик Digital Home в мире». Да? Собственно, цель – дать вам представление о том, что происходит за кольцей. Ну, когда, да, надо сразу оговориться, что в отличие от объемов рынка, в отличие от доли цифры на нем, данных о программатик не так много. Это все-таки отрывочные данные, они дают представление об общей картине, но вот так как по объему рынка нельзя проранжировать все рынки, сказать, что вот этот самый передовой, этот немножко отстает, это здесь вообще не очень дается. Поэтому слайды называются «Программатик-мозаика». Ну, первое, что нужно на что обратить внимание, это крупнейшего глобального мирового оператора GCDCO, который совсем недавно опубликовал отчет финансовый за 2023 год и дал там некие цифры о программатик. Заработали они на программатик 100 миллионов евро, вам эта цифра ничего не скажет, потому что никто не понимает, это много или мало, да? Все смотрят на долю и динамику. Так вот, динамика год к году 63%. Да? То есть за год доходы от программатика у GCDCO выросли на 63%. Он приносит уже 8% цифровой выручки оператору. Понятно, что доля эта сильно неравномерна, она колеблется от рынка к рынку. Есть уже передовые рынки, вот Нидерланды и Германия, на которых GCDCO на программатике зарабатывает уже 28% от цифровой выручки. Причем по Нидерландам это данные уже общие по рынку, потому что там и другие операторы работают, и есть национальная ассоциация, которая, в общем-то, эти цифры дает, там уже действительно 28% у всех операторов. Когда говорим про GCDCO, конечно, нельзя не упомянуть про их программатик-платформу SSP-DSP, VOOC, в развитие которой оператор вкладывает огромные ресурсы. К ней уже подключено 42 DSP-платформы глобальных, 20 500 экранов своих в 22 странах мира. Причем, что показательно, GCDCO не гнушается медиабаинга. То есть в эту платформу подключен не только собственный инвентарь оператора, да, но видим, что партнерских сторон даже больше, чем собственных. Их уже 45 тысяч, и всего это уже больше 50 стран. Ну, относительно свежая новость февральская, да, GCDCO, вы знаете, большой пул аэропортов, 153, вот запустили программатик в 36 крупнейших аэропортах мира, не мира, в своей сети, 3000 экранов, 2 миллиона
2 миллиарда показов в месяц, 70 миллионов пассажиров в месяц. Ну, в общем, думаю, что и РУС наш к этому придет. Вот, глядя на этот слайд, тут кое-какие аэропорты указаны, да, в общем, у меня лично две мысли, да, у меня лично две мысли приходят в голову. Первое, ну, на самом деле, к ними не относится презентация, ну, какое же красивое наше медиа, да, ну, вот, правда, наши конструкции цифровые, это так, произведение искусства, то есть, ну, не в телеке, не в интернете, не в прессе, такого нет, ну, мы действительно искусство малых форм. А вторая мысль, как далеко мы продвинулись, ну, я имею в виду глобально, как отрасль вперед за эти годы. Потому что вот раньше, чтобы получить высокодоходную глобальную аудиторию, ну, крупнейшим брендам приходилось идти либо на CNN, либо BBC, либо Bloomberg, либо там New York Times, которая на ресепшн во всех отелях висела. Сейчас, пожалуйста, да, чтобы получить высокодоходную аудиторию, которая по всему миру путешествует, то вот, собственно, нажал несколько кнопок, закачал макет, пожалуйста, он пошел. Конечно, мы не только конкурируем с телевидением, мы у него забираем деньги, чтобы не говорилось, как бы, представителями ТВ. Еще более свежая новость, мартовская, да, то есть меньше месяца назад, один из трех крупнейших американских операторов Outfront запустил программатик продажи в метро Нью-Йорка. 484 станции, ну, это практически все станции Нью-Йоркского метро, меньше 500, 3800 экранов, 4 миллиона пассажиров ежедневно. Кстати, видно, что Нью-Йоркское метро меньше, чем московское. Я думаю, что как только РУС решит свою первую задачу по диджитализации инвентаря, по выставлению, вот следующий этап, который он подойдет, это, собственно, программатические продажи, потому что, ну, не моя мысль, да, не моя фраза, что цифровой способ демонстрации контента подразумевает цифровой же способ его продажи. Ну, собственно, нелогично поставить везде цифру и не продавать ее онлайн. Тоже показательная новость, тоже свежая, март 2024 года. В Швейцарии на инвентаре крупнейшего швейцарского оператора APG, который занимает больше 60% рынка в Швейцарии, кстати, это по поводу консолидации, да, как бы, а вместе с двумя, с другим, с оператором номер два, на них 85% рынка приходится. Программатическую платформу, программатическую компанию свою первую провел Google, да, то есть в отличие от Яндекса, ВК, которые в России зашли на этот рынок, посмотрели, в общем-то, попробовали и ушли. Google медленно, но все-таки верно, как-то продвигается наружку. И это тоже показательно, это важно, потому что Google — это новые деньги. Да? То есть Google не работает как рекламное агентство, да? Он все-таки ориентируется на рекламодателя онлайн. И каждая такая компания — это новые деньги, привнесенные в наружку. Германия. Штрёр, тоже оператор, доминирующий в Германии, опубликовал отчетность за 2023 год. Программатика доходы удвоились. Абсолютные цифры не называются, видно, они еще небольшую долю занимают. Но темпы роста вот 100% в год. Еще один очень важный момент, который можно взять из этого отчета, создание федеральных сетей цифровых и упрощение запуска рекламы через программатик приводит к перетоку денег с ТВ в наружную рекламу. Чтобы не быть голословным, Штрёр взял несколько крупнейших немецких рекламодателей на немецком рынке, да, и опубликовал динамику. Да, надо оговориться, упомянуть, что, в принципе, немецкий рекламный рынок, он падает. Он в 2023 году в целом упал, и основные офлайн-каналы упали, наружка выросла. И, собственно, видно на примере, вот синенький график, это то, как увеличили свои бюджеты в цифровой наружке крупнейшие клиенты, при этом сокращая их на ТВ и в целом. Британия. Данные британского бюро интерактивной рекламы. В 2023 году расходы на программатику увеличились и достигли 5% всех расходов в наружке. То есть, обращаю внимание, что не в цифровой наружке, а в целом в наружке. В Британии там цифра у нас примерно 66% рынка занимает. То есть, если это 5% всех затрат на наружку, то на цифровую наружку это примерно 8%.
И вот эти 8%, наверное, с некоторой натяжкой можно считать неким бичмарком для крупных развитых рынков. Да, вот доля Programmatic, ну, предположительно, там 8% от цифровых затрат. Тоже важная цифра, прогноз на 2027 год, это что у нас, через 3 года уже, доля на Programmatic придется уже 16% всех затрат на наружную рекламу в Британии. Ну, собственно, с цифрами все, наверное. Я хотел показать, как все растет, да. Собственно, возникает вопрос, а почему такой рост? Почему клиенты не только говорят про Programmatic, но вот инвестируют туда свои деньги, голосуют за этот канал деньгами? Опять же, JCDecaux второй год выпускает исследование, это QR-код, ссылка на это исследование, если кто-то любит читать по-английски большие тексты. Вот она объемная довольно. Programmatic Digital Home, история эволюции, оно уже второй год выпускается. И, в принципе, крупнейшим клиентам, маркетологам задают одни и те же вопросы, ну и смотрят динамику, что изменилось. Взял несколько оттуда диаграмм. Почему клиенты выбирают Programmatic? Ну, самая главная причина – операционная эффективность. Это действительно так, потому что это, собственно, самое главное, наверное, преимущество Programmatic. Операционно им легко управлять, то есть легко запустить, легко остановить, легко где-то усилиться, таргетироваться на какую-то аудиторию. И это, собственно, все отмечают, и это то, что дает этому каналу расти. Вторая причина – заметность, но это, наверное, атрибут не столько Programmatic, не столько даже цифровой рекламы, сколько в целом наружка. Ну, действительно, наше медиа, оно заметно, его нельзя выключить. Возможность достичь дополнительной аудитории, то, что на нашем, на простом языке, называется часто усилиться. Да, то есть вы запустили в барабане, у вас 80% бюджета уходит на стандартное размещение, 20% вы закладываете на то, чтобы усилиться либо в определенное время суток там в пробке, кому-то ночью наоборот, и либо дать какой-то таргетинг по географии, по аудитории. Ну, собственно, четвертая возможность таргетироваться на целевую аудиторию. И пятое, термин кост-эффективность. На самом деле за этим термином скрывается дешевизна. Ну, просто так, да, то, что дешево, не очень удобно писать. Кост-эффективно. Действительно, Programmatic в некоторых случаях может быть дешевле, чем барабан. Ну, дальше вниз уже спускаться не будем. Важное свойство Programmatic, то, что раньше называлось, ну и сейчас называется модным словом омниканальность, то, что его можно запускать вместе с другими каналами. 77% маркетологов ответили, сообщили, что они Programmatic запускают еще с чем-то. Ну, чаще всего запускают с видео, это имеется видео в интернете, и с соцсетями, с медийной рекламой в интернете. Вот четвертый пункт, я особое внимание обратил на него. 63% запускают Programmatic вместе с цифровой рекламой, но которая запускается обычным способом, да, не через барабан. Если перевернуть эту цифру, то получается, что 37% респондентов используют только Programmatic. То есть они в цифре как бы другие методы ее демонстрации не используют. То есть это уже очень большая доля, весомая. Очень болезненный и животрепещущий вопрос, да, можно отдельную панель посвящать ему. Как измеряются эффекты от Programmatic? Ну, самый популярный ответ, он очень стандартный, меряет просто рост узнаваемость бренда через опросы, через какие-то другие инструменты, в принципе, стандарты для наружки. Второе. Немножко, ну, лично у меня вызвало такое как бы удивление, измеряют просто по росту онлайн-продаж. Почему у меня это вызвало немножко удивление? Потому что, ну, собственно, не все рекомендатели продают что-то онлайн. Но вот такая достаточно высокая доля просто меряет, насколько вырастает спрос онлайн. На третьем месте это те метрики, которые используются для измерения эффективности рекламы в интернете.
там CPA, CPC. Часто используют тоже нестандартный такой, я бы сказал, подход, мерит, насколько часто, как часто делится какими-то видео или фото в социальных сетях, ну и так далее. Ну и, собственно, последний, наверное, график, да, вызовы. Вызовы или проблемы. А какие проблемы, собственно, проблематика, да, и что больше всего волнует тех, кто его использует. Ну, прежде всего, конечно, прайс, цена, да, было бы удивительно, если бы и сегодня на панели у нас часто, не на панели, на сессии, да, люди говорят, что наружка дорого, хотя она недорого, в общем-то. Ну, понятно, что все-таки в классическом подходе, тем более мы знаем, что это клиенты GCDCO, которые очень трепетно относятся, чтобы не было каннибализации инвентаря, да, к ценообразованию. Поэтому все-таки в общем случае программатик, если он дороже все-таки, чем барабан, у крупных операторов, у мелких не все так однозначно. Вот, поэтому это главная проблема. Аудиторный таргетинг. Почему? Потому что все понимают, что есть какая-то, надо таргетироваться на аудиторию, но найти правильный инструмент таргетинга – это проблема. Да? То есть много всяких вариантов, но вот каждый из них, если его начинать глубже рассматривать, у него есть определенные проблемы, которые, собственно, клиенты отмечают. Выбор правильного медиапартнера. Ну, тоже атрибут растущих рынков, потому что когда рынок растет, он еще не устоялся, всегда много накопи. Да? То есть ты не знаешь, кто игрок уже правильный, кто стартап, кто проверенную технологию предлагает, кто какую-то ерунду. Поэтому выбор правильного партнера он всегда стоит очень остро. Интеграция собственных данных, потому что, опять же, нужно таргетироваться, нужно как-то, у многих клиентов есть какая-то собственная уже наработка, клиентская база, да, которую хочется как-то залить, интегрировать с программатикой, инструментами, тоже проблема. Ну и последнее место, в топ-5 входит, как отделить эффективность программатика от эффективности других каналов, когда используется тот же Omnichannel. Собственно, все. На этом моя миссия закончила в части докладчика. Почему я этот слайд ставил? Потому что за мной сейчас выйдет сюда Вячеслав Кан, один из разработчиков этого прекрасного, этой карты экосистемы, да, и расскажет нам, собственно, а что же у нас. Наверное, все. Спасибо. Я еще, одну минуту, Слав, я за буквально минутку еще запомню. Значит, Слава, несмотря на то, что он так молодо выглядит, это дедушка русского программатика. Потому что Слава проработал и в Гэллери, он с Мариной Сурыгиной объездил, не знаю, с трипами всю, мне кажется, Слава всю Россию объездил. Он там строил открытую систему, да? Он теперь работает в РУС, строит менее открытую систему. Он работал и с моделью, ну и работает и с моделью RTB, и с моделью Privat Deal, программатика RATI. То есть вот человек, который знает про программатику все. Давай, Слав. Андрей, спасибо большое за такой лестный комментарий. Да, коллеги, всем привет. Очень рад видеть достаточно большое количество людей в зале, несмотря на то, что у нас такая завершающая сессия. Сегодня, да, я хочу рассказать вообще про программатик, как он есть сейчас, какие у него здесь возможности. В отличие, наверное, от доклада Андрея, у меня цифр будет совсем мало. Вернее, их, наверное, не будет ни одной. Я, по крайней мере, не могу вспомнить, что у меня в презентации были какие-то цифры. Вот, я больше буду рассказывать про продукт. И, собственно говоря, я называл свою презентацию именно вот не случайно такой знак вопроса в конце. Да, то есть, помимо того, чтобы рассказать про программатик, это также попытаться ответить на вопрос, если говорить про сервис в наружной рекламе, достаточно ли сейчас то, что вот те возможности, которые предоставляет программатика, или все-таки что-то еще, да, должно быть. Вот, карта, на которой Андрей завершил свое выступление, да, то есть, да, действительно, мы в рамках комитета цифровой наружной рекламы АРИР обновили экосистему рынка, она достаточно давно не обновлялась, последний апдейт был
до этого момента в 2021 году. Понятное время, что очень много воды с того времени утекло, очень много всяких событий произошло и в стране в целом, да, поэтому было очень важно предоставить актуальную картину рынка. И коли мы говорим сегодня именно про программатик, да, в частности, хотел обратить внимание на блоки экосистемы, которые непосредственно связаны с программатиком, то есть это SSP, DSP и DMP. Значит, два момента, которые хотелось бы отметить. Первое, то, что несмотря на все там, те события, там, ну, которые произошли там, за последние три года, да, количество участников оно не изменилось, да, то есть оно не сократилось, что очень радует. То есть если у нас было в 2021 году 30 компаний, которые заявлены были непосредственно у участников этих блоков, то вот в текущем апдейте их 29, но изменился немного состав. Если говорить непосредственно про блок DSP, увеличилось количество, как я их рассматриваю, в первую очередь рекламодателей. Под рекламодателем здесь я в первую очередь подразумеваю представителей рекламных агентств, которые за последние три года достаточно много агентств запустили свои собственные DSP, несмотря на то, что это достаточно такая недешевая и технологически сложная вещь. Вот. И если в 2021 году было представлено всего два рекламных агентства, которые располагали собственным DSP, то после того, как мы сделали апдейт, количество таких вот компаний, которые непосредственно являются рекламными агентствами, их составляет 7 компаний. Что говорит о том, что, соответственно, есть интерес со стороны рекламодателей, этот интерес растет, и он как раз вот мотивирует, он стимулирует рекламные агентства, в том числе вкладываться, инвестировать в собственные технологические платформы. Вот, почему же так происходит? Если говорить про возможности программатика на сегодняшний день, здесь я хотел бы рассказать на примере как раз платформы RusOnline, да, чтобы как раз ответить на вопрос, почему программатик он завоевывает все больше и больше заинтересованность, популярность среди рекламодателей. Ну, первое – это охват. На сегодняшний день на платформе RusOnline доступно размещение компаний через программатик в 34 регионах, и подчеркну, это только на сегодняшний день. Да? То есть по мере развития нашей цифровой сети в регионах, подключения новых городов, по мере цифровизации уже существующих городов, да? То есть, естественно, охват он только будет расти, если говорить если рассматривать с точки зрения географии. Вот. При этом мы достаточно большое внимание уделяем подключению новых форматов. Здесь вот как раз Андрей показывал опыт зарубежный, да, то есть когда помимо классического out-of-home формата, то есть билборды, там, суперсайты, ситиборды, то, что базово, да, составляет инвентарь, уличный инвентарь, доступен к программатике, подключаются уже другие форматы. И мы на самом деле тоже в компании Rus движемся в эту сторону. Но все уже знают, что достаточно давно на RusOnline доступен инвентарь МЦК. И в самое ближайшее время мы планируем подключить, во-первых, уличную мебель, это сети-формат. Соответственно, здесь, я думаю, мы в течение недели, наверное, даже уже выкатим апдейт на RusOnline, и появится возможность уже закупать не только большой формат, да, но и, соответственно, сети-формат. И также сейчас ведется активная работа по подключению цифрового инвентаря к программатик продажам на вокзалах Москвы и Питера. И также прорабатываем, естественно, метро Санкт-Петербурга и Москвы в том числе. Это вот наши планы на ближайший период по расширению доступного инвентаря в программатике. То есть и будет возможность уже использовать не только классические уличные форматы, да, но и, соответственно, там, в том числе другие каналы, такие как метро, транзит. На сегодняшний день на платформе RusOnline доступно две базовых модели закупки, если говорить именно про программатик. Да, первый – это классический RTB-аукцион, да, то есть то, с чего, собственно говоря, начинается сам программатик. И вторая модель – это алгоритмический охват. Об этом, на самом деле, сегодня уже достаточно часто коллеги мои упоминали и в других секциях, и на пленарке тоже об этом было сказано. Поскольку, на наш взгляд, это достаточно такое решение технологическое, которое будет завоевывать все большую популярность и востребованность среди рекламодателей, но об этом чуть позже в нашей секции сегодня мы подробно также расскажем.
И, естественно, мы большое внимание уделяем не просто возможности закупки, но и удобству планирования рекламных кампаний на платформе RusOnline. На сегодняшний день доступны несколько сценариев. Есть, можно сказать, такое автопланирование по сценарию «Максимальный охват», когда вы выбираете город, задаете просто объем инвентаря, который вам необходим, да, и, соответственно, алгоритм подберет наиболее оптимальную охватную адресную программу для данного конкретного города. Вот. А в скором времени это можно будет одновременно также делать там, сразу для нескольких городов. Планирование рекламной кампании с учетом близости к объекту на автомобиле. Это достаточно такая очень, на мой взгляд, классная штука. То есть, ну, все мы привыкли к тому, что наружка обычно планируется с точки зрения радиуса. Да, что вот есть точка продаж, задается просто радиус на карте, там в пределах, не знаю, там километра. Да. Вот. На платформе RusOnline есть возможность планировать, исходя из того, как вообще движется автомобиль. Да? То есть с точки зрения схемы уличного движения автотранспорта и как раз вот задавать вот расстояние до желаемой точки с учетом как раз вот всех вот этих нюансов, да? Что может в некоторых случаях достаточно существенно отличаться, чем если просто строить радиус по прямой. Но, соответственно, да, естественно, осталось близко к объекту радиусе. Ну и произвольный выбор, как базовый такой сценарий для рекламодателя, когда он хочет руками сам выбрать. А также возможности по управлению бюджетом. Есть два сценария на выбор рекламодателя. Равномерное распределение, полностью автоматически такой режим работы, когда система каждый день, платформа каждый день старается открутить равный объем бюджета. При этом, если за предыдущие какие-то дни возникают недокруты, идет автоматический такой пересчет. Да, то есть это вот как раз для тех рекламодателей, как на картинке, которому просто надо переключить тумблер, да, и компания, чтобы запустилась. И для тех рекламодателей, которые все-таки предпочитают как-то более глубоко вникать там, в управление рекламной кампанией, да, есть возможность задавать управление лимитами вручную. Ну и, конечно же, очень важный момент – это прозрачность, это отчетность, чтобы рекламодатели могли в режиме реального времени отслеживать ход открутки рекламной кампании, понимать, как тратятся вообще их деньги, на каких экранах происходят открутки. Ну и помимо цифрового подтверждения в виде отчетов, которые можно строить там, в виде графиков, либо выгружать в виде Excel, также доступны фотоотчеты непосредственно с камер, которые установлены на цифровых конструкциях. Что дальше? То, что я перечислил, да, это уже тот набор инструментов, который доступен на сегодняшний день для пользователя платформы RusOnline. И, естественно, встает вопрос, а куда дальше мы будем двигаться и развиваться, да, поскольку, чтобы даже, как говорится, да, стоять даже на месте, да, надо бежать, да, чтобы двигаться вперед, надо бежать еще быстрее. Вот. Здесь хотел бы как раз вернуться к тому вопросу, который был вынесен в заголовок моей презентации. Можно ли говорить о том, что программатик на сегодняшний день это и есть селс-сервис наружной рекламе? Естественно, нет, да, поскольку мы понимаем, что тот функционал, та автоматизация для самостоятельного управления рекламными кампаниями, которые подразумевают под собой личный кабинет, там, программатик, это лишь такая верхушка айсберга, да, что есть, если говорить про рекламодателя в целом с точки зрения его взаимодействия с наружной рекламой, как с таким рекламным каналом. Есть достаточно такие большая потребность, и мы ее видим, это автоматизировать и в том числе реализовать в виде такого селс-сервиса функционал и процессы, которые связаны непосредственно с цикличным размещением, так называемым барабане, да, как мы говорим, либо даже на статичном, не цифровом формате, поскольку, опять же, да, для рекламодателей удобно, чтобы это все было в одном месте, в одном личном кабинете, а не так, что он программатик запускает в одном месте, отчеты там по цикличным размещениям на этих же экранах получают в другом месте. И мы в компании RUS, соответственно, приняли решение, что мы двигаемся в сторону создания такого универсального личного кабинета рекламодателя, который будет закрывать потребности рекламодателя с точки зрения селс-сервиса не только в рамках программатика размещения, но и вообще в целом всех его рекламных кампаний, которые он запускает на инвентаре RUS.
И при этом очень важно, чтобы данный личный кабинет, да, то есть по нашему видению, да, он как раз вот предоставлял такой полный спектр возможностей, да, поскольку, ну, все мы понимаем, да, что знаем, что достаточно большое количество там, информации, там, отчетов и прочих моментов сейчас такой, в процессе такой email переписки с менеджерами, да, то, что можно уже автоматизировать. Вот. И в рамках разработки личного кабинета, в рамках той стратегии, которую мы приняли, в которую мы уже, собственно говоря, начали реализовывать, да, мы будем придерживаться таких четырех основных принципов. Да, это чтобы, поскольку речь идет о селс-сервисе для рекламодателя, которым могут быть как рекламное агентство, так и прямые небольшие рекламодатели в том числе, да, то есть что это должно быть просто, понятно, прозрачно и при этом быть очень гибко. Вот, и уже на сегодняшний день реализовано, если говорить непосредственно про функционал, который не связан уже напрямую с программатик размещениями, уже реализована возможность формирования и выгрузки фотоотчетов по стандартным размещениям на всех форматах. Это речь идет как про цифровой, так и про статичный инвентарь. И также есть возможность через уже личный кабинет на платформе RusOnline формировать и выгружать отчеты о движении, монтаже постеров. Да, то есть мы как раз начинаем с самых таких базовых вещей. То есть теперь уже рекламодателю нет необходимости писать запрос своему менеджеру, что пришлите ко мне вот фотоотчет, я вот вспомнил, что у нас там вчера стартовала компания, да, то есть он может сам это уже сделать там в любое время дня и ночи, зайдя там в личный кабинет и выгрузив эти данные. Вот, и дальше у нас уже там намечен ряд, скажем так, работ, да, то есть по внедрению дополнительного функционала. Вот, здесь, соответственно, я просто призываю всех следить за нами в наших соцсетях, подписываться на наш телеграм-канал, поскольку все вот как раз вот такие вот апдейты, да, то есть с точки зрения каких-то новых фишек и возможностей в рамках платформы RusOnline мы будем выкладывать оперативно в нашем телеграм-канале. Спасибо большое. Так, Паш, меня всегда пригласили, чтобы я задавал каверзные вопросы. Поэтому к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, вот вы, как оператор, не боитесь следующей ситуации, что у вас вы будете конкурировать сами с собой? Сейчас поясню. Понятно, проблема наружки – такой большой хвост, да, то есть когда высокая частота у некого количества клиентов. Да? Вы не боитесь то, что у вас начнут закупать не барабан, вот 1440 показов, да, а начнут закупать программатик для клиентов, эффективность примерно та же, но денег он будет тратить меньше, а вы зарабатывать больше? На самом деле нет, поскольку мы в целом рассматриваем программатик как один из инструментов для рекламодателя, который позволяет решать там какой-то свой перечень задач. И даже вот в тех данных, которые там вы показывали, да, то есть на зарубежных рынках, по-моему, где-то в топе было, да, то, что используют алгоритмические модели закупки вместе с там, цикличным размещением, если я как бы правильно запомнил. Вот. И мы понимаем, что у каждого типа размещения все равно будет свой клиентский портфель. Возможно, даже появится такая достаточно большая категория клиентов, которые будут миксовать, да, поскольку, опять же, если говорить про программатик, это возможность там, оперативного запуска рекламной кампании там, здесь и сейчас. Но при этом есть, конечно, еще такой момент, то, что цифровой инвентарь, он тоже, он как бы конечен, да, условно говоря. Если мы говорим про какие-то высокие периоды, да, то есть для все равно крупных, особенно рекламодателей, важно будет понимать то, что они заранее могут забронировать там вот тоже то самое цикличное размещение и, возможно, использовать программатик как усиление в какие-то отдельно взятые моменты при необходимости. Ну, то есть вы надеетесь на авось? Нет, почему? Мы при разработке продуктов, мы, естественно, ориентируемся на видение и пожелания рекламодателей, но, опять же, да, то есть, повторюсь, я глубоко убежден, что барабан, он тоже никуда не денется, просто это вопрос, как бы,
появление на рынке еще одного инструмента. Да? То есть и рекламодатели уже сами решают, как лучше им эти инструменты использовать, как их лучше между собой комбинировать, да? То есть, чтобы добиться максимального для себя эффекта. И опять же, очень много зависит там, от специфики бизнеса и от стратегии, которую использует каждый конкретный рекламодатель. Да? То есть для кого-то, возможно, барабанное размещение на какой-то фиксированной адресной программе, оно более эффективно, чем, допустим, охват в рамках всего города. Да, поскольку он, может, не нуждается именно в такой вот конкретной потребности. Спасибо. Ну, еще раз аплодисменты. Спасибо большое, коллеги. Так, а у нас в следующем, по-моему, Павел, да? Нет, не угадал. Хорошо, следующий спикер у нас Мария Чернова. Нет, Виктория Чернова. Виктория, извините, я со многими знаком, и с вами нет. Виктория Чернова поразила меня в своей YouTube-презентации. Так ясно рассказывать про медиапоказатели, по-моему, не умеет никто. Виктория, пожалуйста, извините. Добрый день. Сейчас мы вернемся обратно к цифрам и поговорим про медиаизмерения. Эта тема не теряет никогда актуальность, особенно потому, что медиапоказатели являются одним из важнейших факторов при принятии решения как в рамках планирования, так и при последующей оценке того, насколько было эффективно размещение. И сейчас мы поговорим о новом инструменте, который позволяет оценить охват для компаний с неравномерным размещением. Но для начала небольшой такой экскурс, что используется сейчас для измерения в рамках стандартных размещений. Это всем достаточно известная модель, охватно-частотная, предоставляемая. Раньше эти измерения предоставлялись ИСПАРом, а сейчас можно на веб-сервисе AdMetrics в ASAP получить показатели для размещений. Она доступна на разных этапах, то есть любой участник рынка может использовать ее при планировании. И за долгие годы использования уже сложились бенчмарки, и многие участники рынка знают, какой объем инвентаря нужен для достижения определенного эффекта размещения. И мы все говорим про цифровизацию, про развитие цифрового инвентаря, и это меняет вообще подход. Появляются так называемые гибкие закупки, когда мы уже покупаем вне стандартного барабана, когда появляется возможность выбирать часы вещания и не привязываться к конкретной адресной программе, то есть сам объем выходов и экранов становится и меняется от дня ко дню. И несмотря на популярность данного вида закупок, до настоящего момента все были ограничены в инструментах для оценки эффективности таких размещений. То есть, как я и сказала, для стандартных цикличных размещений существует РФ-модель. До настоящего момента, когда мы оценивали гибкую закупку, в основном участники рынка ориентировались на экспертные оценки. И в зависимости от методологии, которую использовали эксперты, оценки имели разную точность и могли отличаться достаточно сильно друг от друга. Появление такого единого инструмента оценки позволяет, во-первых, повысить точность, во-вторых, всем участникам рынка иметь единую систему и метрику, в рамках которой можно получить не противоречащие друг другу результаты. Как участник, который активно помогал в разработке и тестировании данного инструмента, хотим рассказать про свои инсайты и немножко рассказать о том, как вообще изменился подход в рамках моделирования и расчетов. Если для стандартных РФ-модели было характерно, что применялся среднесуточный GRP, то есть у нас был фиксированный объем выходов 1728,
72 выхода в час. Для каждого конкретного экрана имелся этот показатель. А дальше в рамках адресной программы получался суммарный GRP, который при размещении постепенно равномерно рос. То, чтобы считать гибкую закупку, мы уходим от такого фиксированного объема и уже используется подробная эфирная справка. Что это дает? Мы имеем уже фактический объем выходов на каждой конкретной конструкции и соответствующий ему объем контактов. Это позволяет отойти от фиксированного адресной программы и от фиксированного объема. То есть здесь учитывается уже каждый конкретный выход, что позволяет производить измерения на плавающих компаниях и не ограничивает в объеме выходов. Таким образом, прирост GRP становится динамическим, и мы можем посмотреть его даже для компаний, где меняется объем экранов и объем выходов. А второй важный момент — это коэффициент равномерности. Коэффициент равномерности позволяет оценить, насколько относительно городской сети наша компания была равномерна, что и следует из его названия. Он показывает, с помощью него получается, что мы можем оценить две компании с одинаковым GRP, одна из которых была сосредоточена на юго-западе, а другая была географически равномерная. Благодаря этому коэффициенту та, что была географически равномерная, будет иметь лучшие показатели охвата. А сейчас уже перейдем к самому интересному кейсу размещения в RTB размещения. Это размещение происходило в Москве, адресная программа была плавающая, в нем участвовало 154 уникальные конструкции, 7 дней размещения. И как мы видим, число конструкций варьировалось от 145 в первый день размещения до 21 в заключительный день размещения. А если мы посмотрим на распределение выходов, то четверть пришлась на первый день размещения. Такая картина достаточно типична для программатик размещения, где, ну, как говорилось до этого, возможно, разные усиления, например, для при запуске каких-то акций, где усилить нужно именно первый день запуска. А дальше мы можем посмотреть, насколько неравномерным было само размещение. Видео иллюстрирует, как происходил фактический набор контактов. А рядом для сравнения есть стандартное размещение, которое мы попросили подобрать нам коллеги в AdMetrics подобрали нам эквивалентную компанию, то есть имеющую такой же объем GRP и распределенную равномерно в рамках охвата города. Результаты размещения получили, что вышло 732 тысячи выходов, и суммарный охват программатик размещения получился 48%. А при этом эквивалентная компания, вещавшаяся в цикличном барабане, собрала 45,6% охвата. И мы можем заметить, что в первый день размещения, на который пришлось больше выходов, был собран получился наибольший охват, а дальше он прирастал постепенно при снижающемся объеме ОТС. Данная ситуация иллюстрирует то, что размещения средних размеров, которые, возможно, чувствительны к подбору конкретной географической программы, для них такое вот размещение с плавающей программой, с географическим расширением позволяет такие размещения позволяют поддержать определенный уровень охвата, и за счет того, что в компанию включено большое количество конструкций и охват
географически достаточно обширные, это помогает поддержать определенный уровень охвата аудитории. И в заключение хотелось бы сказать, что гибкие нестандартные размещения теперь благодаря этому инструменту можно измерить в единой системе координат с классическими цикличными барабанными размещениями, то есть применить уже накопленную экспертизу, сравнить альтернативные варианты и, конечно же, измерить фактический охват проведенных кампаний. На этом все. Спасибо. Виктория, такой вопрос у меня. Вы данные от Митрикса получаете, да, дневные, правильно получаю, понимаю? Да, это весь инструмент разработан от Митрикс. Мы участвовали именно в части тестирования, разные компании смотрели с ними вместе. У меня вопрос, знаете, я все не могу, меня избавляет тема, вот эта Wi-Fi-аналитика так называемая. Вы за последние полгода, или год, да, купили там, Gallery, Poster, там все Подмосковье скупили. У них у всех Wi-Fi ловушки стоят, да, как бы, с одной стороны. С другой стороны, вы дневные АТС получаете от Метрикса, внутрисуточные колебания аудитории вы тоже оттуда получаете или сами каким-то образом измеряете? Ну, суть, зачем вам Wi-Fi ловушки, причем такой разный зоопарк, вы информацию с них для чего? Каким-то образом используете еще? Или они уже просто для мебели стоят у вас там? Ну, на текущий момент, чтобы как бы основная часть данных — это от Метрикс, и мы ориентируемся на объем ОТС, который собирает конструкция по базовым данным от Метрикс, но вот эта волатильность и контакты, собираемые внутри конкретного выхода, пока мы опираемся на сниферы, но я думаю, в ближайшее будущее ситуация будет меняться, и уже мы будем переходить на другую систему, где эти данные будут поставляться от Метрикс. То есть вы итоговый АТС компании клиенту даете на основе все-таки данных вот этих самых ловушек, да? Или как? Достроенная информация сейчас идет, но да. Понятно. Спасибо. Еще раз аплодисменты, пожалуйста. Так. Следующий у нас докладчик. Значит, что я хочу сказать? На самом деле, куда плыть кораблю, понятно, определяют его капитаны. Если эту метафору к Русу, да, говорить, что куда развиваться Русу, понятно, решают топ-менеджеры, Роберт Мерзоян, Борис Пешняк. Да? Но нельзя быть специалистом во всех совершенно областях. Да? Капитаны должны слушать специалистов. Вот такой специалист, который говорит руководству, вот туда не ходи, там снег, башка упадет, а вот туда пойдемте, там, похоже, есть деньги. В общем, на сцену серый кардинал российского программатика, директор по продуктам компании РУС Павел Сужанский, пожалуйста. Андрей, спасибо. Очень интересная формулировка. Коллеги, сегодня как раз, не знаю, начну с продолжения вопроса Андрея о Славе. Не боимся ли мы про то, что клиенты больше станут покупать программатик? Мы к этому, наоборот, стремимся, я бы даже сказал. И долгое время на рынке программатик это все было связано развитие с неким остаточным трафиком, с некими малыми, средними клиентами, которые искали в этих моделях маленький порог входа, гибкость, то есть, да, это бюджеты достаточно маленькие. Мы долго думали, почему, как же нам привлечь именно крупные охватные бюджеты в программатик, потому что, во-первых, это красиво, во-вторых, это действительно технологично и оптимизирует бизнес-процессы очень сильно и позволяет монетизировать в конечном итоге гораздо лучше наш инвентарь. И мы придумали такой инструмент, это продукт, это полноценная модель закупок, как алгоритмический охват. И без преувеличения считаем это действительно новым серьезным витком развития программатик сферы, который позволит привлечь гораздо большие бюджеты и вырасти, и вдоль обогнать все показатели международные в том числе. Так, есть. Давайте разберемся. То есть, как я сказал, действительно, это одна из моделей закупки,
как она чувствует себя относительно других стандартных. То есть, да, вот у нас есть в платформе RusOnline три модели. Они расположены здесь в порядке приоритета. То есть есть гарантированная закупка. С ней все абсолютно понятно. Заплатил, договорился о цене, забронировал, зарезервировал, вышел. Есть при этом гибкая закупка. Это стандартный аукцион. То есть, в принципе, она является достаточно гибкой, но при... собственно, имеет второй приоритет, потому что она откручивается уже на выделенном инвентаре. И алгоритмический охват, который обладает всеми преимуществами программатик закупки, достаточно большая гибкость, возможности, но при этом использует весь доступный инвентарь. И цель его очень простая, она одна, обеспечить именно охват максимальным образом. Наверняка здесь в зале много профессионалов именно наружной рекламы, но также есть маркетологи, и я думаю, что будет уместно сравнить с другими медиа, чтобы было понятнее там, да? То есть есть, опять же, вполне понятные аналогии. Гарантированная закупка — это как суперфикс телевидения или гарантит диджитали, то есть действительно заплатил, забыл, уехал. Гибкая закупка — это некий фикс. Это такой же, как классический аукцион в RTB в Digital. То есть, в принципе, ты выбираешь конструкции конкретные, и при определенной ставке, достаточно высокой, ты можешь быть уверен, что ты выйдешь. Ну, однако тебя может выкинуть тот же самый суперфикс или там гарантированная закупка в какой-то любой момент. И третий уровень, который вот именно ниже всех про приоритету, но вполне успешно решает свои задачи благодаря тому обилию большого количества цифрового инвентаря, это алгоритмический охват. Это плавание в телевидении или, например, размещение в контекстно-медийных сетях в интернете, которые тоже имеют ту же самую цель. То есть, да, неважно, где ты выходишь, ты получаешь охват, ты получаешь контакты, собственно, решаешь свои задачи. Итак, суть инструмента, как модели продаж, то есть достаточно простые. То есть рекламная кампания на всей доступной цифровой сети города производится. Алгоритм при этом пытается максимально повысить охват, равномерно распределяя и размещая показы в течение этого. Стоимость при этом фиксирована, ну, скажем, она едина для каждого типа инвентаря, но при этом тоже участвует в аукционе, потому что есть другие клиенты там, с алгоритмическим охватом, с тем же самым. И учет фактически реализованного объема, он вполне может планироваться, то есть эта компания очень проста к запуску, то есть она при достаточном количестве инвентаря, то есть есть утвержденный бюджет, есть определенное количество показов, контактов, которые вы за этот бюджет получите. Давайте разберемся, почему этот инструмент может часто быть даже лучше и эффективнее с точки зрения KPI и охват, чем классическое размещение. Потому что в каждой локации, если мы говорим про охват аудитории, существует два ее типа. Есть постоянная аудитория, которая живут или работают в рамках каждой локации, да, то есть они там бывают каждый день, безусловно, мы их охватываем. И есть некая случайная аудитория, которая там появляется, там, не знаю, раз в месяц, раз в полгода или реже. Там, она попадает туда как-то, не всегда. Соответственно, на графике мы видим, что любой охват, любые как бы медиаметрические показатели, у нас формируется такой кумулятивный охват, да, из постоянной аудитории и случайно обновляемой. Тут спасибо дизайнерам моим, потому что это так очень глобально выглядит, на самом деле, конечно, это проценты или даже десятки процентов, но суть абсолютно четко передается, то есть это некий накопленный охват. Таким образом, распределяя некие показы по более разному, более большому количеству локаций, мы увеличиваем охват. Собственно, мы вот таким простым достаточно, по сути, своим методом выходим на лучшие показатели по охвату. Слава богу, вот спасибо Вике и, конечно, прежде всего, Эдметрикс с Эспаром, потому что мы теперь имеем возможность замерить этот охват, да, то есть у нас есть инструменты для того, чтобы мы могли что-то с чем-то сравнивать. Еще один кейс, который вот очень наглядно показывает, что действительно при таких средненьких компаниях охват может быть существенно выше. То есть вот обратите внимание, здесь мы сравниваем алгоритмический охват и классический барабан, циклическое размещение. То есть в барабане мы размещаем за 8 дней 87 конструкций, получаем 1 200 000 выходов. Да? То есть это 1728 выходов в день, классическое размещение, все абсолютно понятно. При этом, если то же количество показов,
показов, там, да, и, соответственно, очень близкое количество OTS-ов и GRP, специально подправить похожий кейс, размазать на 734 конструкции в течение того же самого периода, это реальный кейс, мы получаем те же показатели по OTS и GRP и на около 3% больший охват. Мы уменьшаем как бы частоту, то есть, потому что, опять же, вот, частота уменьшается именно у той постоянной аудитории, которая находится в той локации. Поэтому в данном случае, если клиент имеет цель охват, то это эффективней. Итак, коллеги, для кого вообще этот продукт? То есть мы видим на протяжении последних там месяцев и даже лет у нас меняется структура клиентского портфеля. У нас действительно очень много FMCG, федеральных там e-com клиентов, да, то есть тех, кому не нужна, вероятно, конкретная адресная программа, им нужен охват. И таких клиентов у нас все больше и больше, они занимают доминирующее положение, соответственно, это по большому счету те клиенты, которые прям, собственно, этот продукт именно для них. Да? И мы понимаем, что даже и застройщики уже к нам приходят и используют тоже этот инструмент, на самом деле, потому что можно делать, добиваться достаточно интересных показателей. И мы считаем, что действительно этот инструмент привлекает именно крупного рекламодателя с большими бюджетами в программатик. И доля, соответственно, может серьезно очень расти. И тем самым программатические закупки в Digital Out of Home существенно перерастают. И последний мой слайд. То есть мы видим, что у нас в платформе и на сел-сервисе, и на менедж-сервисе алгоритмический охват как продукт существенно прирастает. И мы приняли решение, и с прошлой недели, если не ошибаюсь, уже открыли этот инструмент доступным для внешних DSP. Коллеги уже подключаются. Поэтому welcome, спасибо. Главная миссия — вовремя выбежать на сцену и остановить. Паша, давай возьмем быка за рога. У вас доля программатик продаж, в продажах общих какая? Давай откроем страшную тайну. Очень страшная тайна. Интересный вопрос, я бы даже сказал. Почему? Потому что мы прирастаем в доля от чего, Андрей? Вопрос. От цифровых продаж. Ну, вот вы, у вас... От продаж, от бюджетов, от инвентаря. Ну, от чего-нибудь хотя бы скажи. От чего-нибудь. Потому что действительно мы прирастаем в количестве цифрового инвентаря так быстро, что, честно говоря, сами не успеваем следить. И опять же, наверное, это хочется сказать тоже, как вот ты показывал там, да, в иностранных цифрах, там, да, и вполне я буду прав, если скажу, то есть мы так и оцениваем, что 5-10% как бы доли. Но в чем важный нюанс, как бы, да, у нас вот именно от цифровых продаж, у нас очень много цифровых форматов всего. Поэтому, если вот именно долями играться, да, то есть лучше правильно сравнивать, допустим, продажи конкретного формата там 3x6 там в Москве, там, хотя, да? Бы, хотя бы, да, то есть, да, это уже достаточно большие действительно доли, это 10% очень близко уже, очень близко, вот видишь, как достаточно точно отвечаю, и в целом вот как раз алгоритмический охват, мы считаем, ну, позволит прям за текущий год существенно это вырасти. И мы подключаем и другие цифровые инвентари. Но, опять же, цифрового очень много, да? То есть аэропорты, метро. Это понятно, Паша, понятно. Все это тоже будет. Сухой остаток, что по digital билбордам чуть меньше, чем 10% в Москве. Да, около того. Ага. Ты сейчас упустил, ты даже не представляешь, какую возможность ты сейчас упустил. Ты бы сейчас сказал, у нас 20% доля. Видишь, половина аудитории в зале... Вспомнили бы, что у них вообще ничего нет, сказали, мы что-то не в тренде, надо добавлять. А ты... Ну ладно, хорошо. Мы за объективность, прозрачность и эффективность, да. Еще один вопрос. Наша DSP обожглась на этом, я уверен, что и коллеги примерно то же самое. Значит, есть у программатиков есть большой недостаток, да, он... не гарантирует выход. Вот когда вы купили Gallery и у вас начали лить очень мало инвентаря, ну, количество инвентаря программатик сильно уменьшилось.
у нас приличное количество клиентов, просто, я уже где-то говорил, это просто не выбрали те бюджеты, даже половину тех бюджетов, которые они заложили на программатик, не выбрали, они не получили рекламные, ну, рекламные выходы, эффективность в целом наружки оказалась низкая, и они сказали, до свидания, мы ушли в другое медиа. Вы программатик гарантит развивать будете? У вас есть в планах? Я объясню, это под этим термином люди понимают совершенно разные вещи, потому что еще не устоялась терминология. Это способ покупки программатик, когда, понятно, за очень большие деньги, даже за более высокие, чем в барабане, но клиент все-таки покупает гибкую, не барабан, но гибкий какой-то график выходов гарантированно. Такой инструмент у вас... Как? Вопроса два или один, я не понял. Вопрос один. Будете ли вы вопрос развивать один. Программатик гарантит? Только, что я рассказал про алгоритмический охват, он, по сути дела, является гарантидой. Он гарантидой, да? Да. Хорошо. Почему? Потому что, ну, то есть, да, ты вот просишь определенное количество выходов или показов за определенные деньги. То есть мы сейчас не говорим о том, действительно, потому что очень разные формулировки, что такое гарантит, мы не говорим о том, о той модели, например, которая была у Gallery, да, потому что это то же самое планирование в рамках определенного слота. То есть поэтому мы ищем возможность гарантировать рекламодателю программатик выходы, обеспечиваем ее, собственно, во-первых, выделением инвентаря, там, да, вы знаете все уже о том, что мы сейчас, программатик у нас работает не на остатках, да, которые там, собственно, остались после продажи там, классического барабана, это именно выделенный полноценный инвентарь, который обеспечивает как раз равномерность и гарантию выхода при определенной ставке. И вот наша цель и задача в целом, чтобы гарантит, вот как я видел, я сравнивал с другими медиа, там, да, то есть вот, там, с теми же интернетом, например, что такое гарантит при определенной достаточно высокой ставке, это гарантирует тебе, в принципе, выход и набор KPI. Вот, как, вот таким путем мы сейчас пока идем. Надеюсь, ответим. Паш, не уходи. И последний вопрос. Я конечно, без проблем. Не зря был слайд про VIOC, SSP-платформу, JustDeco. Больше половины партнерского инвентаря. У вас нет планов подключать партнеров к вашей SSP прекрасной? Есть планы. Мы думаем об этом и вполне уже даже работаем. Спасибо. Павел Сужанский. Спасибо, коллеги. Так, следующий спикер у нас уже не из РУС компании. Человек достаточно уникальный. Почему? Потому что в российской наружке есть всего два человека, которые рассказывали о состоянии ее дел в... всему мировому сообществу, так скажем, да, это Саша Эпин, который сейчас уже не удел, да, и второй человек сейчас будет рассказывать нам, Наталья Павликова, «Газпром Медиа», «Газпром Бонус». Добрый день. Для тех, кто меня не знает, давайте еще раз представлюсь. Меня зовут Наталья Павликова, я отвечаю за маркетинг сервиса подписки «Газпром Бонус», и сегодня я вам расскажу о том, с какими вызовами мы столкнулись, мы, я и моя команда столкнулись в конце прошлого года, продолжаем сталкиваться в этом году, и какие решения были придуманы нашей командой для того, чтобы ответить на эти вызовы. Прежде чем перейти к самому кейсу, я бы хотела немножко сделать такой introduction в наш бренд, рассказать, собственно, как мы появились, очень коротко, и дальше перейти к самому кейсу. Поехали. Пилотная версия подписки под названием «Огонь» была реализована в июле 2021 года и сразу стала революцией на рынке, поскольку была одной из первых, которая предлагала офферы от крупнейших партнеров по партнерской модели. На тот период это было 6 крупных офферов от «Газпромбанка», «Газпромнефти», «Сагаза», и «Сетилинка» и так далее. Забегу вперед, что сейчас это более 75 предложений от ключевых игроков рынка в ключевых категориях, которыми мы пользуемся каждый день. Так вот, в августе 2022 года аналитическая компания Franke Research Group называет подписку «Огонь» одной из самых выгодных категорий Digital. Спустя год мы подтверждаем свои позиции, но уже в 4 номинациях в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах нашей страны. При этом в августе прошлого года в силу определенной корпоративной политики было принято решение о ребрендинге и названии подписки «Газпром Бонус».
Собственно, в этот период я как раз и присоединилась к команде в качестве начальника департамента маркетинга, и передо мной, как и перед моими коллегами, встали достаточно сложные, серьезные и достаточно амбициозные цели в сжатые сроки рассказать про продукт, рассказать про бренд для новой аудитории и реактивировать спящую, но существующую аудиторию. С чем мы столкнулись? Ну, давайте мой любимый вопрос. Кто знает, что такое подписка «Газпромбонус»? Поднимите руки. О, ну уже больше людей, ура. До этого было 3 человека, значит, мы работаем в том направлении. Так вот, с чем мы столкнулись? В силу определенного нейминга, сходства с нашими, скажем так, экосистемными компаниями, нас, естественно, путают с программой лояльности «Газпромнефти» либо бонусной программой «Газпромбанка». Мы столкнулись с тем, что нас никто не знает. Понятно, почему. Конец августа прошлого года, очень мало прошло времени. При этом уже сформирован маркетинг-план, который с отсутствием большой охватной медийной кампании, который, собственно, не позволил нам нарастить знания, и в отличие от конкурентов, оно было очень и очень низким. Что мы сделали? Ну, как минимум, мы унифицировали наше рекламное сообщение. Таким образом, мы понимали, что персонализация рекламного сообщения с учетом такого знания не будет работать, и сделали его достаточно простым, лаконичным и понятным для потребителя. Мы воспользовались, на самом деле, фундаментальными блоками классической воронки продаж. В первую очередь использовали консервативный подход при планировании медийных кампаний, размещения медийной рекламы, ключевым параметром, который является построение знания. Ну и третья задача — это перформанс. Для нас мы, безусловно, используем контекстную таргетированную рекламу, но у нас достаточно жесткий KPI с точки зрения привлечения подписчика на наш сайт. Для нас, помимо стоимостных показателей, очень важно, чтобы человек не просто пришел к нам на сайт, не просто зарегистрировался, не просто купил нашу подписку, но еще активировал один из офферов. Соответственно, перед департаментом маркетинга встала задача, как в сжатые сроки быстро рассказать о продукте, о бренде, сделать так, чтобы его захотели купить и нарастить знания. Сейчас мы к этому перейдем. Что мы сделали? Ну, не работает. Ура. Коротко скажу, что поскольку мы IT-компания, безусловно, у нас есть внутренняя система аналитики, которая позволяет нам изо дня в день оценивать, насколько правильно, грамотно мы используем те или иные каналы в медиамиксе. Ну, помимо диджитальных каналов, понятно, оценка фродового трафика, там, поведенческих характеристик наших подписчиков, потенциальных или действующих, мы действительно смотрим, насколько отыгрывает тот или иной канал в офлайне. Так вот, что мы сделали? Я как бывший, ну, хотя бывший меня так назвали в одном из известных каналов про наружную рекламу в Телеграме. Я, наверное, не бывший, бывший бывает только мужья. Я экс-топ-менеджер Русаудор. Решила, что мой личный вызов в прошлом году — доказать руководству о том, что тезис, что наружная реклама эффективна — это просто моя задача номер один. Что я сделала? Я посредством, собственно, воспользовалась прекрасной возможностью через программатик выбрала достаточно весомое количество инвентаря, при этом не только в Москве и Санкт-Петербурге, не только в аутдоре, но и в индоре, и запустила на один день рекламную кампанию с очень простым и лаконичным сообщением. Что такое «Газпромбонус»? Показатели, на самом деле, заявили о себе молниеносно и сразу. Что мы увидели? Ну, во-первых, мы увидели, что органический трафик за один день у нас вырос на 30%. Конверсия в покупке у нас увеличилась на 15%. Ну, подписчики, безусловно, увеличились на более чем 50%. При этом рекламная кампания была всего лишь один день. Догон по нашей системе аналитики мы видели на протяжении 2 недель. При этом мы все-таки воспользовались классической закупкой цифрового инвентаря и продолжили коммуникацию с креативом про «Черную пятницу». В отличие от наших конкурентов, мы решили не обесценивать наш продукт и предлагали его не бесплатно, не за триальную подписку, а за денежные средства, но со скидкой. Мы увидели, что из 100% аудитории, которая к нам приходит на сайт, регистрируется.
97% покупает нашу подписку, 97% активирует не менее 3 предложений наших партнеров. На самом деле это говорит о том, что я до этого рассказывала о том, что у нас внутренняя система аналитики, мы действительно видим все точки входа на наш сайт. Могу сказать, что трафик, который пришел из офлайна, суперкачественный. Это люди осознанно покупают подписку и, более того, осознанно покупают ее на 6 или 12 месяцев. Это очень круто. Мы решили не останавливаться на этом и воспользовались этим же кейсом в феврале, показав тем самым, что ноябрьский кейс был не случайностью, а на самом деле абсолютно эффективный и рабочий кейс. Тут скажу так, что благодаря тому, что часть размещения, которое мы сделали в программатике, мы несколько раз меняли макеты. Это очень быстро, ну, занимает, я не знаю, максимум часа времени, наверное, поскольку мы увидели, что первый креатив, который мы запустили, он не очень отрабатывает. Дополнили мы нашу рекламную кампанию размещением на вокзалах в Москве и Санкт-Петербурге. Соответственно, кампания была 14 дней, 2 недели, собственно, и что также подтвердило эффективность, ну, совокупно, безусловно, с другими каналами. Органический трафик также вырос на 32%, количество конверсий в подписчиков на 19%, ну и количество подписчиков также выросло на 57%. Помимо этого, безусловно, благодаря нашему кейсу в обоих случаях мы смогли оптимизировать стоимость в наших классических диджитальных медиа. Там, если говорить про ноябрь, то стоимость привлечения нашего лида сократилась на 59%, там, если говорить про февральскую кампанию, на 29%. При этом мы видим динамику брендовых запросов, что как только мы подключаем наружную рекламу, сразу запросы вырастают. Соответственно, по количеству процентном соотношении, если говорить про Москву, то на текущий момент они выросли на 54%, в Санкт-Петербурге на 21%. Но и это еще не все. В подтверждении эффективности нашей рекламной кампании, безусловно, до запуска первого и второго кейса мы замерили уровень знания нашего сервиса. Ну, конечно, могу сказать, что категория подписочного сервиса в принципе растет. Нам есть куда стремиться, да, к нашим конкурентам, что мы и будем делать в этом году, в том числе с помощью RusOutdoor. Но важно, что при запуске рекламных кампаний в офлайне в ноябре и в феврале уровень знания у нас вырос в одном случае на 6 пунктов, в другом на 5, что опять же подтверждает правильность медиамикса, правильность выбора каналов, и для нас это однозначно путь, куда мы пойдем дальше. Слав, ты украл у меня на самом деле, что дальше? Это было в моей презентации. Что дальше? Ну, во-первых, я хочу подарить подписку всем, кто не знает, что такое «Газпромбонус». Пожалуйста, QR-код можете скачать и пользоваться всеми благами наших партнеров, нашими возможностями. Как говорит наша материнская компания, мечты сбываются. Вот. Ну, а так, что дальше? Ну, конечно, мы стремимся развивать наш продукт. Мы однозначно будем идти вперед, мы однозначно будем работать с одним из ключевых игроков на рынке наружной рекламы, с RusOutdoor. И, конечно, наши 2 теста показали, что благодаря возможностям закупки в программатике ты можешь, понимая, что, например, у тебя не срабатывает тот или иной канал в медиамиксе, достаточно оперативно и в сжатые сроки использовать этот канал для того, чтобы выправить ситуацию. На этом у меня все. Наталья, я хочу отчитаться, пока вы рассказывали. Я дрожащими руками зашел, все исправил. Не бывшая, нет. Спасибо. Я знаю, что вы недавно пришли в программатик «Газпромбонус». Не буду говорить, через какую DSP-платформу размещаетесь. То, что про зарубеж мы слышали, да? А у вас, вот вы единственный представитель клиента на панели. Все-таки, с вашей точки зрения, какие главные стоперы программатик? Вот что не дает вам вот все 100% бюджета на наружку запустить через программатик? Ну, все же мы за классический подход.
с точки зрения, особенно в нашем случае, когда уровень знания бренда действительно очень низкий, если все пустить только на верхнюю воронку продаж, то, соответственно, средняя и нижняя, она не заработает. Это должно достаточно совокупно работать при медиапланировании, ну, по моему мнению. Не, все правильно. Я про наружку спрашиваю. Понятно, что программатик не заменит там, интернет там, и перформанс. А вот почему на программатик не запускают, ну, почему тратите выбирают именно столько цели? Денег, сколько тратите, а не больше? Вот так вот. Ну, все-таки мы, наверное, как классический рекламодатель, скажем так, нам бы хотелось быть 24/7, висеть на билбордах, чтобы нас все видели, коммуникация была чаще и больше, поэтому, наверное, так. Спасибо, Наталья Павликова. Спасибо. Так, ну, прежде чем представить нашего финального спикера, на самом деле, вот я преклоняюсь перед нашей аудиторией, мы уже столько говорим про программатику, про цифры, и люди не уходят. Ну, то есть я просто восхищен. Даже я бы тоже не выдержал, наверное. Что я хочу сказать, опять же, да, относительно последнего нашего выступления. Ну, старожилы этого рынка, так скажем, да, наверное, помнят некие, это было, наверное, примерно лет 10 назад, когда наружка была очень застойным, архаичным медиа, мы действительно, когда мы там плюс-минус 1% в ту сторону, и когда бурно рос интернет. И вот тогда к нам в отрасль пришли очень много людей из интернет-маркетинга. На конференциях по наружке, наверное, треть докладчиков было вот оттуда, и мы сидели в зале и ловили там каждую мысль. В общем-то, так, знаете, ну вот, наверное, нам указывают путь, куда идти. Вот, ну, чувствовали себя младшими братьями, так скажем. Потом, младшими партнерами, потом ситуация, на мой взгляд, кардинально изменилась. Вот мы стали очень сильно, наружка, я имею в виду, очень сильно расти, а те немногие кейсы, которые нам рассказывали интернет-агентства, они, ну, часто вызывали некий скепсис, да, как бы. Вот. Это время тоже прошло. Сейчас как-то мы уживаемся вместе, да, с нашими соседями из интернет-маркетинга. И вот последний докладчик наш, он представитель, Марина Маринова, директор по наружной рекламе интернет-агентство RealWeb, она и расскажет, как, собственно, интернет-агентство встраивается в нынешнюю цифровую наружную рекламу и программатик. Спасибо. Андрей, спасибо. Всем привет. Рада, что еще сохранились люди. Когда сюда выходила, думала, что будет пустой зал, но классно, что столько внимания к программатику. Тема сегодняшнего выступления моего «Программатик до глазами диджитал-агентства». Но есть черновое название, и как... Когда я начинала думать, как что-нибудь интересное рассказать, вообще чем поделиться, я подумала, что это больше похоже на авантюру, поэтому название второе, или как мы взялись за эту авантюру. А немного о RealWeb. RealWeb — это диджитал-агентство полного цикла, имеет свои собственные разработки, такие как Meta, Garbun, а еще у нас есть IT-ипотека, поэтому приходите. И почему же диджитал-агентство решило заинтересоваться цифровой наружной рекламой? С чем это связано? В первую очередь, RealWeb всегда смотрит на все инструменты, которые есть в принципе в целом на рынке. Мы всегда стараемся для своих клиентов найти какие-то новые решения, которые помогут решить бизнес клиента, улучшить продажи и так далее. И всегда стараемся учиться и искать что-то новое. Поэтому было несколько причин, почему мы решили посмотреть на в целом цифровую наружную рекламу. Три причины. Первое — это рост рынка. Уже были похожие кадры от Андрея, от других спикеров, что идет рост рынка, и мы с этим тоже согласны, и нам тоже стало, соответственно, интересным узнать, а почему же он растет, и копнуть дальше. Вторая причинка похожа на программатик DOH.
на digital программатик. Если сравнить схемку из digital, то мы увидим, что есть определенные схожести. И мы решили проверить гипотезу, а можно ли это соединить воедино и что из этого может получиться. И третья причина. Мы все помним 2022 год, когда многие клиенты, платформы начали уходить. Не будем называть то, чьим нельзя называть. Но у нас в этом плане были достаточно много уже готовых решений. Вы можете увидеть также на слайде, куда входила цифровая наружная реклама. И в 2022 феврале мы решили попробовать и открыть отдел DOG. Почему наши клиенты выбирают программатик? В первую очередь это оперативно и гибко. Все почти клиенты сейчас требуют запуска от 1 до 2 дней. И если смотреть на классическую наружку или даже классическую цифровую наружку, то это бывает растягивается достаточно надолго. Программатик, как уже сказала, коллега-спикер зашел, за один день запустил, получил вау-эффект, и все счастливы. И также аналитика. Мы тестируем абсолютно все, и как бы она спорная ни была, здесь абсолютно согласна со всеми спикерами, что данные еще достаточно сырые, и хочется прям узнать до лида, кто же этот человек дошел и совершил, допустим, покупку или дошел до сайта, а точно ли он видел наружную рекламу. Поэтому продолжаем тестировать, открыты ко всем новым инструментам, и приходите. Чуть-чуть. Ну ладно, я пролистну тот же слайд, не буду останавливаться. Там было, почему клиенты нас выбирают, какие мы хорошие, но в принципе мы и так на самом деле классные. Какие же есть проблемы? Когда я писала эту презентацию, я хотела написать, опять же, какие же мы классные, как мы можем классно делать аналитику, что можем делать омниканальные компании, но будем честны, кому это интересно. Давайте поговорим о проблемах, которые есть. Опа. У нас было достаточно большое количество неуспешных запусков, особенно когда мы начинали, особенно в 2022 году. Набили кучу шишек, и теперь мы знаем, как это не надо делать. И, в принципе, какие большие проблемы сейчас сталкиваются, согласно с другими спикерами, это открутка рекламных кампаний. Очень хочется выделить программатический блок, чтобы как-то планировать рекламные кампании. Программатический блок не только в Москве и там, в Санкт-Петербурге, но и в РФ в целом. Очень часто у нас не мэчилась аудитория. Допустим, был кейс, когда мы выбрали всего лишь 5 поверхностей в программатике. По факту надо было выбирать 50, и у нас не было никакой доходимости. Уже несколько раз не собирали бренд-лифт, хотя для диджитал-агентства это достаточно странно, потому что в диджитале обычно он всегда собирается. Клиенты. Ничего не понятно, но очень интересно. Обычно к нам приходят, когда мы рассказываем что-нибудь про программатик рекламу. Дорого сравнивать с классикой. Я думаю, что здесь очень неправильно сравнивать разные типы закупки. Но опять же, это все идет, наверное, потому что мало кейсов. Секреты наружки скучают, в конце концов. И мы скучаем тоже, чтобы разобрать. Коллеги в целом не понимают, что такое DOG и программатик DOG, и при многих запросах непонятно, что собирать, что имеет в виду клиент. Опять же, очень мало кейсов, давайте больше об этом говорить. И также много вопросов по аналитике, по MAC-адресам. Клиенты очень хотят увидеть, как уже сказала, более прозрачную аналитику. Ну и, соответственно, шторм-рюмка тоже не могла упомянуть, почему каждые 3 месяца что-то происходит с цифровой наружной рекламой. Я хватаюсь за сердечко каждый раз, давайте сделаем более плавный рынок. Как вы знаете, у нас была и остановка рекламной кампании, кто-то схватил вирус, бесконечное закрытие площадок. Я вот лично переделала уже продукт 2 раза за 2 года, и очень хочется этого избежать. Остановило ли все это нас? Конечно, нет, и, скорее всего, не остановит. Мы продолжаем тестировать различные гипотезы, форматы, каналы, партнеров. Отдельное спасибо компании Omnibuy за то, что нас помогаете, драйвите вместе с нами. Очень ценим. Пробуем различные комбинации форматов. Делаем классные омниканальные рекламные кампании, как заметили тоже коллеги. Программатик классно отрабатывает, когда есть общий сплит. И давайте работать и штурмить вместе, и порвем этот рынок, сделаем программатик наружку классный. Если что, у нас есть очень классный канал в Телеграме. Переходите, регистрируйтесь, здесь классные новости о диджитале. У меня все, спасибо. По-моему, рекорд
по скорости мои изложения. Да. Вот эти светлые чистые лица в зале, они не знают, как на вас смотреть, с любовью или с недоверием. Я сейчас поясню свою мысль. Несколько лет назад, когда вот вся эта история с программатик завертелась, очень, сейчас помните, было такое выражение «новые деньги». Вот на каждом углу говорят, сейчас новые деньги, подразумевал, что эти новые деньги придут из интернета, что принесете именно вы, вот, интернет-агентство, потому что сейчас сделаем общую панель управления рекламой, то есть один, маркетологи будут и в интернете запускать, и в наружке запускать. Вот. Вопрос такой, вот понятно, что нужно спрашивать клиентов, но по вашим ощущениям, вы, как интернет-агентство, вы работаете с бюджетами, которые изначально выделялись на интернет-рекламу, и вы их к нам приносите, или вы отбираете хлеб всех присутствующих и работаете с бюджетами, которые предназначены для наружки, по вашим ощущениям? Очень классный вопрос. Мне кажется, по ощущениям, вот год назад это были деньги диджитала. Например, как у нас происходит, есть планирование, есть стратегии, которые планируют, и если стратегия тебе выделит из выделенного диджитального бюджета на программатик, тогда ты будешь счастлив и рад. А сейчас немножко изменяется уже ситуация, клиенты приходят с доп-бюджетом на программатик, но все же он занимает не такую большую долю, как, например, классическая наружная реклама. То есть это для нашей индустрии все-таки дополнительные деньги. Если бы не было программатик, их бы не было. Ну вот только за это стоит нашему спикеру поаплодировать. Спасибо. Спасибо. Ну что, коллеги, спасибо большое, что вы досидели до конца. Мы просто восхищены, мы самые с вами крутые. Спасибо. Спасибо.